Сегодня у нас вот, вот это вот будет. Колясочка. Все, обзор закончен. Ладно. Че, поехали? Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Креселбург. И сегодня у нас обзор на коляску от компании Luxmam, модель 720. Прогулочная коляска всесезоннего типа. Кстати, у нас работает бесплатная доставка сейчас по всей России, да. Короче, данная коляска позиционирует себя, соответственно, как всесезонье, то есть можно ее использовать и летом, и зимой. Большие проходимые колеса оборудованы у данной коляски, выполнены из резины полноценной с вырезанным протектором для лучшего сцепления с дорогой. Передние колеса фиксируются от поворота, если, допустим, нужно проездить по грязи или почему-то еще, всего лишь на одну кнопочку оно блокируется. Очень удобно реализовано. Подножка регулируется в нескольких положениях. Есть такая специфика у этой коляски. Вы не сможете ее отрегулировать, пока не нажмете две кнопки по сторонам. Соответственно, нажимаете и регулируете. Регулируется вплоть вот до такого положения. Кому-то это актуально, кстати. Многие мамочки спрашивали об этом. Есть также разделитель между ножек, если ребенок не любит пристегиваться. Соответственно, в комплектацию он входит. Сам бампер регулируется для удобной посадки и высадки ребенка. Внутренние пятиточные ремни безопасности, капор с дополнительной секцией. Дополнительная секция открывается на замке. Металлический замок, кстати, классно сделано. Материал плотный, примерно 450 дент. Сверху у нас присутствует смотровое окно. Для рассеиваемости света у нас здесь присутствует москитная сетка. Сзади оборудован, опять же, вентиляцией. Большая вентиляция закрытого типа. Очень удобно, то есть нет никаких позиционеров. Также присутствует здесь кармашек под личные нужды. На самом деле карман очень объемный. Сюда можно положить не только телефон, но и всякие мелочи для ребенка, допустим. Ручка обитая кожей, не регулируется, вот, к сожалению. Но, в принципе, цена на нее очень приемлемая, очень приятная за такой функционал. Кстати, комплектуется коляска москитной сеткой, дождевиком, накидкой на ножки. То есть комплект у нее полноценный. Спинка механическая, в трех положениях регулируется. И, кстати, очень классно реализовано то, что оно бесшумное практически, даже если мы не нажимаем ни на какой курок. Короче, доступ в корзину осуществляется при сидячем положении ребенка. Кстати, корзина достаточно большая. Также можно осуществить и спереди спокойно, то есть когда ребенок, наоборот, спит. Вот. Складывается колясочка достаточно компактно. Очень похожее складывание можно обнаружить у Fatravel GLS, либо у Happy Baby V2X4. Скорее всего, на Happy Baby больше похоже. Сложили, до стопора она довелась, вот здесь, с этой стороны. Соответственно, подножечку мы опустили немножечко. Получается вот такой компактный габаритный коляска. Если, допустим, нужно еще меньше габариты, то мы можем вытащить бампер. Вытаскивается он очень просто. Таким образом, убираем его в отдельное место, и коляска становится на сантиметров, получается, 10 поменьше. Короче, раскладывается все это дело очень просто. Выводится из стопора и тянется вверх. То есть вот таким вот образом. Очень быстро складывается, очень быстро раскладывается. Соответственно, управлять ей можно одной рукой, очень удобно. Очень маневренная колясочка, а из-за резиновой колес и протектора вырезаны на нем, очень хорошая проходимость у коляски. В принципе, все, что хотел рассказать про коляску, я рассказал. У нас большой выбор детских автокресел по всей, по всему Красноярскому краю, короче, и Хакасии. Вот. Также у нас расширяется ассортимент прогулочных колясок и колясок с рождения. То есть у нас их сейчас все больше и больше будет, обзоров все больше и больше будет, поэтому подписывайся на канал и смотри, следи за нами.